Мой отец всегда говорил, прием очень мал, но очень радушный. Смотри, вот устоял двор, свет в окнах горит. С великой Божьей милости мы добрались. Иосиф, было бы хорошо получить разрешение. Рождество – это тайна. Тайна, которую мы не можем понимать, если не понимаем тайны любви. Поэтому в этот период все мы приглашены возвращаться к этому посланию Евангелия, которое спрашивает нас, прежде всего, как мы относимся к своему ближнему. Через эти благодетели или добрые дела мы приближаемся к Господу. А еще лучше сказать, позволяем Ему, чтобы Он вошел в наши дома, в нашу жизнь. Что Бог стал человеком, мы можем видеть веры в свидетельства многих людей в течение всей истории. И наше время тоже это время, в котором человек, как может быть никогда раньше, ожидает такой благой вести, что Бог не остался далеким, а хочет пережить саму жизнь человека. Праздник Рождества – это очень большой, серьезный праздник, праздник любви, когда приходит Бог в этот мир. Я желаю всем католикам Божьего благословения, здоровья, любви, смирения, чтобы, смотря на Иисуса Христа, в каких Он приходит условиях, несмотря на это, Он показывает нашу жизнь. И если пойдем с Господом Богом, то и Бог нам будет благословить. Дорогие братья и сестры, мы опять празднуем Рождество. Опять на нашу землю сошла Святая Рождественская ночь. Улицы наших городов и сел, наши дома освещают многочисленные лампочки иллюминации. Весь этот свет, вся эта радость происходит от света Иисуса Христа, который нам родился. Происходит от той Вифлеемской звезды, которая освещала путь и указывала цель волхвам, когда они искали родившегося царя Израиля. Я хочу пожелать вам всем, чтобы этот свет вошел в вашу жизнь, чтобы он осветил вашу жизнь.